Но действительно не получается находить время и энергию сейчас для того, чтобы активно вести Инстаграм. Воспринимайте этот период моей жизни как Инстаграм-детокс или детокс от социальных сетей. Обещаю в августе к вам вернуться, а сейчас все силы уходят на то, чтобы найти того самого мужчину мечты. Но помогать мне в этом будет прекрасный и уникальный проект «Холостячка». Я так счастлива, что когда-то сказала им «да», сказала «да» Вселенной. Ребят, действительно,